Участвуем. Сейчас админа нет. Админ говорит, Талик возле. Разве это можно? А что, нельзя, что ли? Он нормально ничего не нарушает. А, кстати, это довольно опасно. Смотри, Алик. Па-бам, па-бам, па-бам. Я Юта, ебать. Да. Вот так ломает ноги Дилка. Супер хуёво. Да я нахуй, я столько дилок на Алике переигрыз, блядь, это самая милая затея на Алике, хавать дилок. Мы, помню, здесь этого спиныча драли спинычем, он к этой скале прижался, я здесь залазил на эту скалу, вот где ты сейчас, и спрыгивал на него, кусал. Не фуловабл, сабик, саб спина. Вот этот Край Кампингс, он играл на саб Рексе, выебывался на меня. Говорит, что ты выебываешься, типа, за Долта прячешься. Говорит, ну пошли, я его накусал, прибежал большой этот фуловый, говорит, хватит. Смотри, сейчас папа покажет, как надо. Он еще не в курсе тебя, слышишь? Да я знаю. Просто изи. Изи, изи. Кто-то разменялся, смотри. Сдох. Дилки, уйдите, слышишь? Он говорит, дилки, уйдите. Кто? На нахуй, блядь. Похуй кто. А, этот? Все, он умер. Давай второго. Ну нахуй, блядь, дилки, уйдите. Да идите нахуй, блядь, все равно ты мне не нравился, гандон. У тебя прическа, блядь, хуевая. А его выебываться не надо было, правильно? Ну, нас вообще могут забанить, да, типа за вмешательство. Ну мы вроде дилки, типа. Нет, мы сначала убили одну сторону, потом вторую. В чем проблема? Мы против всех зашли. Мы всех победили. Ну нельзя против всех. Нельзя против всех. Надо ждать. Ну. У меня еще 3-4 аккаунта, поэтому мне это похуй вообще. Ай, это же похуй вообще. Я зайду на другой аккаунт, скажу, блядь, у меня подписка, идите нахуй, давайте мне динозавр. Уже так было. Ой, да баньте. А, вон он спускается. Пошел нахуй, поднимается ко мне. Все, иди в пизду. Я ушел, типа такой. Спускайся. Внизу поговорим. Нашел. Че он все время на спринте, блин? Какой-то, блядь, странный чел. Типа ему интересно на спринте гонять все время? Да сколько укусов я отъеду от него? С одного. Ваншот? Да. Он же как Сабрекс по силе. И по скорости ты не уходишь. Он ехал. А? Съехал. Сломался? Ногу ему... Не, не ломает. А, вижу его. Но здесь он вряд ли будет бегать. Можно здесь с ним повыебываться. Да, он на контроле ходит.
Смотрит на меня. Давай, давай, спринтуй сюда. На тебя побежал. Хорош, хорош, кусай его. Уходи, уходи, уходи. Все. Он промазал по мне просто тут. Ой, пацану пизда. Но он быстро ходит. Да. Будет потек. Угу. Он очень плохо регенит блит. Прям очень. Пусть ходит кругами, не надо атаковать. Да. Тупо влево кусает. Попал по нему. Я не слышал звука. А я слышал. Он такой, знаешь, как собака скулит. Так... Блин. В принципе, можно ничего не делать, он вытечет. Он вытечет, смотри, как ему хреново. Угу. Ему регениться надо, сиди и не двигаться. Третий экран? Чекай, третий экран стоит. Наверное, да. Ну, плохо, плохо. Я люблю Альберта, конечно. Не, люблю за них играть, но я люблю с ними драться. На маленьких. Потому что, сука, он такой быстрый. Со сломанной ногой, братан, ты не просто очень быстрый. Просто Да не лезь только, ну не лезь. Блядь, да опять дрался. Потратишь просто так, просто зря. Пусть ходит, пусть ходит, пусть ходит. Ага. Все, не, он все, он умирает, все. Тут вообще даже думать нечего. Лег. Он сдается. Нет, не сдается. Я, блядь, вроде его укусил, но не попал. Укусил, укусил. Не слышал звука. Звука не слышал. У него тихий такой звук, такой скулёж такой небольшой. Я бегу, я бегу. А, он все сдался, да. Подожди, подожди. У него там фулл брит. Твой соклон? Видимо, да. Ну ладно, пойдем дальше куда-нибудь. Пусть живет. Мы тут регенится минус 40, наверное. Погнали. Царочка наша, родненькая. Он бегает, бежит, бежит, выше озера. Кто-то там сидит, что ли? О, там Рексик Сабик. А, пизда ему. О, Джуви Зуха против Джуви Рексика. Зух победил. Зух большой. Че, Рекс себя чувствует? Тут комфортно, да? Вон Сабик побежал. Прямо. Джувика. Да-да-да. Он тебя заметил, что ли? Да, видимо, меня. О, в лес ушли. Ну это, ребят, вы не сильно придумали. Я на хвосте у них. Да, я вижу.
дождик. Дождь? Угу. Не, они у меня как раз пропали. Следы. Ночное видение еще рано включать. Сибутся еще. Мне кажется, пошли прямо просто и все. А тут спуск разве есть? Опа, правее меня заорал. Чат просто выдает. Сука, долба. Помина пятка. А, о, вот здесь. В лесочке. Это сабик переписывается. Ой, зря. Че это, блядь? Вон, 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 вижу, вижу их. Прямо сразу. Ты на них прям выбежишь сейчас. А кого-то укусил? Сабика укусил. О, на спринте. На спринте. Да, ну здоровый такой, кстати. Ну подождем, подождем, он потечет хорошо. Я конечно. Пока по регене ставлю самимку. Он лег что ли? Не, ходит, ходит. Че, мелкий тебя цепанул? Два раза цепанул, ты что? У него много бледа уже. На спринте, да? Да-да-да. Давай с другой стороны зайду. Вкусно уже плыву. Нам укусов-то немного надо всего. Пиздюка убил. Хорош. По-моему, попал к нему. Видишь его? Угу. Хвост он в кустах сидит. Я видел белый хвост, подумал. Может, трупик? А, вон он. Понял. Ой, у меня уже почти полная стамина. Ну, половина. Сейчас оставлю. Наберу. На меня идет. Готовы бежать? Да. Не, я хотел его забатить, но... Нормально, нормально, он очень красный. Я понял, ты хотел его развернуть. Ну всё, пусть течет. Пусть течет, да. Он смотрит прямо на меня. Я его, я этот, байчу, байчу. Побежал? А, да. Он смотрит опять на меня. Знает, что ты есть. Смотрит назад, вперед. Хорош. Все, давай, пусть течет мой хер. Да-да-да, я его бачу просто. А то, блядь, у меня не обижена такая же, когда поспешишь, людей насвишь. Да, всегда так. Профессор, слышишь? Все, еще раз укусил его. Теперь ему точно пиздец. Он побежал за тобой, слышишь? Да. Зачем?
сторону, влево. Он влез, он сейчас сломается там. Он туда вниз пошел. Он туда, да. Вот, аккуратно. Следы вижу. А, вон он, вижу его. Сидит. Смотри. Стоял. Беги! Ну что, думаешь, что я тут сломаюсь? Юлка-то плохо ломается. Побежал. Куда вниз? Ниже. О, влетел нахуй. Да ладно. Подлетел же он. Я не видел. А, о, полетел. Теперь помянем, наверное. А, вон, вижу его. В смысле? О, а, все, сдох. Все, да. Пойдем. Бля, а теперь я. Ты улетел? Да. Зох? Да. Капец.